Мода – это понятие, которое никогда не стоит на месте. Ее изменения могут быть связаны с множеством факторов – понятиями красоты, погодой и условиями труда. Однако все это ориентировано в первую очередь на женщину. За последние 10 лет изменился темп жизни, а вслед за ней изменился и стиль, который бы подходил современной, целеустремленной и уверенной. Изменения произошли и в дизайне одежды больших размеров. Если мы еще 10 лет назад наблюдали, что существуют определенные бренды, которые отшивают только большие размеры одежды, сейчас очень стараются и производители, и дизайнеры, и владельцы магазинов снивелировать границы маленьких размеров и больших, то есть чтобы на вход покупатель, безусловно, не ассоциировал: «О, тут только для маленьких», или «О, это только большие размеры». И у нас несколько брендов существует именно в априори, когда 13 размерных рядов, но это в одном бренде. Есть такой стереотип, что все модные тенденции отшиваются только для девушек с подиумов. Однако сейчас дизайнеры стирают границы в своих коллекциях и переносят тренды на одежду больших размеров. Весь динамизм, вся харизма, то, что принято больше экспериментировать в маленьких размерах, уже несколько лет дизайнеры переносят на большие размеры, потому что здесь же смысл не в размере одежды, а в темпераменте, в характере, вроде деятельности, да, в стиле жизни. Еще один стереотип, который разрушается сегодня, в том, что возраст пропорционален размеру. И действительно, раньше бесформенные модели XXL предполагали возрастную клиентку. Но современный тренд, принятие себя или бодипозитив, как его называют, стирает возрастные рамки. Несколько лет назад одежда свыше 52-го российского размера считалась все-таки для среднего возраста и старше. Но ведь это не так. И встречаясь с клиентами в торговом зале, клиенты очень молодые в этих размерах. Девушке найти там 25-28 лет, в 30 лет одежду своего размера, 52-й российский, 54-й, чтобы она могла и на занятиях, и в офисе, и с девочками пойти куда-то в клуб, превращается поиск одежды в настоящий квест, увлекательный квест. Но только удовольствие он не представляет. Где-то теряется настроение, где-то теряется самоуверенность. Именно здесь, в наших коллекциях, девочки увидят абсолютное попадание, независимо от размера одежды, в любой возраст. Современные женщины уже привыкли к тому, что многие повседневные заботы решаются с помощью бытовой техники. Теперь, благодаря дизайнерам, стилистам и маркетологам, практически не существует и проблемы достойного внешнего вида.